Хе-хе, ребята, всем привет! В Анапе сегодня экологическая катастрофа. Снегу навалило за ночь 2 мм. Но все же для Анапы это явление необычное. Зеленую траву прикрыл снежок. Носятся ошалелые собаки и ошалелые велосипедисты. Пойдем посмотрим на море, что там творится. Сейчас ребенка отвозил в школу. По пути попалось, ну, наверное, штук 5 снегоочистных всяких машин. Да. Автомобилисты тоже с выпученными глазами. Потому что снег. Скользко. Вон собаки резвятся, бегают по парку. Интересненько. Ладно, посмотрим, что творится на море. А на море у нас все прекрасно. Море на месте. Плещется. Вон утки плавают. Лебедей я не вижу. Утки стаями сбились, скукожились. Наверное, прохладасто все-таки. Ну, сейчас -5. В обед обещают +5. Поэтому надо заснять вот этот снег. Потому что его, может быть, в этом году уже и не будет. Вот такие вот дела. Катастрофа. Какой-то ошалелый дворник подмел набережную. С перепугу, видать. Ну а так, в общем-то, все зеленое. Но лежит снежок. Интересно. Часов 8 утра. Народу еще нет. Одни собаки бегают и вороны каркают. У нас в Анапе дворники современные стали. Вон какими пылесосами снег убирают. Почему? Да потому что в Анапе лопат нету. Снег тут явление очень редкое. И лопату, наверное, в магазине не найдешь. Ну, в общем, что я могу сказать. Городским службам сегодня можно поставить 5. Везде развозится песок. Подсыпаются перекрестки. На некоторых перекрестках стоят ящики с песком. Молодцы! Я думаю, что аварии сегодня в Анапе быть не должно. Потому что, как всегда, первый снег, и народ как бы еще не понимает всю сложность ситуации. Хотя вот гаишник уже тут какой-то стоит. Что-то кто-то в кого-то въехал. Ну, ладненько, на этом будем заканчивать. Первый снежный день зимы 2018.